О, какая реклама, даже пропускать ее не буду. Сделать свои наложницы, ребята, игра для взрослых. Ребенок? Какого хрена? О, господи, у меня появился ребенок, она такая недовольная стала. И сразу обеднела. Ну, в общем, делайте выводы. Хей-хей, здорово, народ, какие дела? С вами Сергей Халье, вы смотрите канал Хелплей. Надеюсь, у вас отличное расположение духа и прекрасное настроение, потому что мы с вами сегодня будем смотреть и решать тролл-квест, тролл-фейс, вернее, квест, глупый тест. А насколько он глупый, узнаем, может быть, будем глупыми мы, а не этот тест. Да, у нас происходят некоторые изменения на канале, как вы заметили. Наверняка многие удивились, опять тролл-фейс-квест? Это же было 1000 лет назад. Да, почему бы не вернуться к истокам, хотя это Troll Face Quest вроде как новенький. Так что устраивайтесь поудобнее и понеслась как старые давние. Не хворайте. За вас. Ну и, ребята, поехали играть. Итак, здесь у нас женщина совсем не похожая на вашу маму. Ну, я не знаю. Я не знаю, может, мужчина, который так эстетично одет. Да, наверное, то, поскольку где-то груди, понимаете? Женские атрибуты, главные, отсутствуют. Один из главных. Так, и что мы должны сделать? Давайте тыкнем на него. Что он сказал? Лох? Лох, он сказал лох! А первым, по-моему, дурак было. Чего? Понятно. Давайте заново, хорошо. Нас сделать не надо. Реклама! Замечательная реклама! У нас бесплатное приложение, чтобы, ребята, убрать рекламу, надо купить его, но мы с вами жадные, так что по возможности я буду ее вырезать, не был к этому готов. Что еще можешь сделать? Хорошо, на него тыкать нельзя. Можешь пытаться снять или, может быть, снять шапку. О! Я пытался снять шапку, но он подышал мне на... Так. Хорошо. Отлично. Просто надо было подышать, мы, оказывается, были за зеркалом с вами, кто же знал. Следующий уровень. О, туалетная бумага! Так, слева какой-то чувачок. На него не нажать, ничего не сделать. Туалетная бумага, ребята. Как это знакомо, да? Ну, давайте отмотаем. Так. Так. Вроде бы ничего не происходит. Используй подсказку, нам прям говорят. У нас их ограниченное количество. Так. Я дер... Это сработало! Надо было отмотать до конца и дернуть! Видим, на грани, знаете? Хорошо, отлично. Поделились с парнем туалетной бумагой. Так, теперь у нас голуби. Голуби, летучие крысы, как еще их называют. Разносчики заразы. И просто разносчики какулин на памятнике. Тыкнем на него. И на него. Ну, мы их убрали всех с проезжей части. Нет, это не так. Ладно. Нет, и это не так. Мне кажется, вообще дело не в голубях. О! Он съел его! Мы должны были просто перетащить и сделать так, чтобы один голубь съел всех остальных голубей. О, это ужасно. И чего теперь? Все? Очень весело, это нифига не весело было, бедные голуби. Яблочко. Какое-то оно подозрительное. Смотрит на нас, словно... Словно мы... Мы чего-то не знаем, и сейчас произойдет что-то, и он прям взорвется от смеха. Давайте потеребим его за листочек. Нет, мы не можем? Мы не можем. Что такое? Не ори! Все, окей, 3 раза он орет, и на этом все заканчивается. Так, ладненько, яблочко. Что бы нам с тобой сделать? Может быть, как-то... Нет? Нет, эта штука никак не работает. Ха, какое подозрительно сложное яблоко. Может быть, как-то глазюки надо? В рот, может, ему что-то засунуть надо? Его самого? Ах ты, чертово яблоко. Ребята, что с ним не так? О! Я на... блин, но это, знаете, это даже не на... как бы сказать, даже не на логику. Надо было просто разрезать его вот так, но кто ж знал. Черви ему... А, уровень не пройден все равно. Так. А, вот теперь всем смешно. Ну, просто замечательно. А следующий уровень у нас закрыт, нужно смотреть рекламу.
Как хитрожопая система Ниппель. Что ж, ребят, я отсмотрел рекламу и получил доступ к новому уровню. Здесь у нас два парня, один очень толстый, другой похудее. В лодке, которая вот-вот перевернется. Может быть, помочь перевернуть им ее? Так. Да ладно, так просто? Это было очень предсказуемо. Бедные люди в этом тесте должны страдать постоянно. Ладно, следующий. Так, здесь у нас... Ох, это же Тролуто! Всем известный чувак с его троллинганом. Видимо, какой-то косплейщик, он пытается слепить себе вот это. Да я даже не знаю, что сделать. Думаю, может быть, сразу не будем тыкать на него. Это предсказуемо. Здесь все решения, они какие-то, знаете ли... Так, подождите, мы оторвали бумажку. И чё, давай. Ну, давай, Тролуто. То есть с первого раза мы с вами слепили ее, и это неправильно. Нужно постараться. Так, что бы нам сделать-то? Может быть, стул из-под него? Штаны ему снять? Или просто вот эту штуку? Вот это все вообще не кликабельно. Мы не можем не перетаскивать ничего. Жопу подтери, подотри. Не, надо было, может быть, чтобы он выбросил все это дело. Выбросил в корзину. Ну тут вообще ничего, да. Нам надо... Нужна какая-то последовательность. Так. Сюда, нет. А, во! Конечно, подтереть жопу, я был прав. Я был прав, а вот теперь вот нам нужно. Он просто цвета был неправильного, понимаете? Вот! Отлично, да? Говняная жопа помогла нам. Боже мой, какой ужас. Тут у нас что? Парень, который собирается чистить луковицу. Я жду ему картошку. Странно, что он не в армии находится в этот момент. Ну, вы понимаете, да, меня? Так, хорошо. Что можно с ней сделать? Сразу сначала трогаем те места, которые трогать, по идее, не надо. Ну-ка. Отлично, так, и чё? Ну, замечательно. Еще. Понятно, нам нельзя, чтобы сок брызнул на нас. О, какая реклама, даже пропускать ее не буду. Сделать свои наложницы, ребята, игра для взрослых. Ребенок, какого хрена? О, господи, у меня появился ребенок, она такая недовольная стала. И сразу обеднела. Ну, в общем, делайте выводы. Делайте выводы из этого. Так, я не знаю, ну давай. Да и выбрасывай ее нахер, зачем нам ее чистить, братан? Да нет, это не то. Это не то. Нет, где же... Где же можно натыкать-то? Убери вообще эту штуку. Да не хочу я чистить-то. О! Я смог почистить себе лицо. Просто замечательно. Оно, кстати, выглядит очень фруктовым здесь. Нереалистичным. Даже захотелось его скушать. Романтик. Так, свинка. Чего, бля? Вообще качает. Да? Я Хрюшка. Хрюшка-побегушка. Танцую. Хрюкаю. Я Хрюшка. Хрюшка-побегушка. Танцую и хрюкаю. Чё смотришь на меня, лох? Делай как я. Делай. Как Хрюшка, да. Чё смотришь? Лох, делай как я. По-хрючему. Хрю-хрю, ага. Я Хрюшка. Я Хрюшка. Ладно. Хватит, хватит. Мы не прошли. Нельзя было мучить эту Хрюшку. Так, тогда что нам сделать? Может быть, просто включить? Нет, мы по-любому это делаем, видите? Надо, может быть... Я не хочу, убери! Я не хочу мучить Хрюшку! Не! Так, 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 что бы нам сделать? Хрюшка, ты как-нибудь вообще... Да не хочу я! Бедная Хрюлька! Она должна что-то делать явно другое! А, подожди, здесь кассета есть. Но она выглядит так, как будто мы не можем ее использовать. Нет. Ну-ка, кассета.
Нет, нет, никак. Никак нельзя его не подвинуть, ничего. Вообще хрюшку тыкать нельзя. Хрюшка сам себе вставляет в свой хрюндель вот эту вот вилку. Эх. Так, ничего, может за хвостик ее? Ага! За хвостик! Мне кажется, это настрой. А ну, хрюха, заводи! Ну давай, хрюх, алло. А! А ты хрюшка заднеприводная оказалась, да? Хрю-хрю. Замечательная мелодия. Просто супер. Вам нравится, ребят? Конечно, прошли. И чтобы открыть следующий уровень, надо посмотреть рекламу. Снова. Я в очередной раз добропорядочно отсмотрел рекламу. Вперед. Так. Это кажется легко сейчас за 6 кликов, но здесь явно дело не в том, чтобы собрать ее, понимаете же, да? Что здесь на самом деле нужно сделать? Ну хотя... Мы должны собрать гагашку. Кто ж так чинит ванную, дура? Ой! Ну а если бы в жизни все так работало? Ох, эти рекламы. Чему они учат детей? Давай, пропылесось. Отлично, хорошо, что кота не запылесосило. Ох, в задницу. Иногда здесь рекламы смешнее самого Троллфейса, если вы понимаете, о чем я. А, подождите, я просто... А, блин, нам надо было сменить одну на другое. Я так и знал. Ну, я так и знал, что здесь все не слишком просто. Дальше. Робот? Троллбот? Он выглядит серьезно. Ого, я его зарядил или что я сделал ему? Так, ну-ка, допустим. Допустим, 1, 2, 3, 4, 5. Нет, неправильно. Так, тогда как? Может быть, это зажжем и... 1, 2, 3, 4, 5. Нет, только зеленое загорается. Это правильно. Хм. Тогда 5, 4, 3. А, неправильно. Что же нам сделать надо? Нет, все-таки опять реклама про беременную бабу. Да не делай ее наложницей, у нее жизнь по пизде пойдет. Дурак, мы не будем смотреть это. Мы это уже видели. А, вот и все! Здесь нет никакой логики. Надо просто прощелкать слева направо, и лампы вообще пофигу не нужны. Они нас только отвлекали. Твою мать. Так, а у нее что? Султан, наша принцесса будет самой красивой. Султан, я люблю тебя. Султан, наша принцесса будет самой красивой. О, нет! Господи, ты зачем обманула султана? Кому так? Кто играет такие игры? Я не понимаю. Так, писающий мальчик. Потрогаем за попку его. О, привстал немножко. А, так это ни хрена. А, это моча и вправо. Что-то моча какая-то слишком чистая моча. Так, ясно. За попку его трогать не надо. Может быть, надо, но потом. Может быть. Мальчик? Мальчик? Не знаю. А, о! Че это? Да. Хорошо, просто заставили его свалиться, и больше ничего. А, это уровень не пройден, блин. Ну, пописай. Нет, зачем ты падаешь? Может быть, надо заставить его прыгнуть? Да ёб твою мать, да не будет на у тебя самый красивый, это тоже не очень красивое. Все, не хочу смотреть на обман султана. Так. Блин, что бы сделать такое? Может быть... Во! Ого! Из жопы... У меня такое было как-то после шаурмы. Да, из жопы прям по ручьём по носу лился. Давайте дальше. Так, хорошо, это я, ребята. Это я кушаю. Мой стандартный завтрак. Так, что здесь можно сделать? Что, я нажал на него и... Что?
Его пожирает гигантский... Нет, не надо! Не надо! Прекрати! А, я прошел? Чего? Это было очень странно, типа... Я нажал на монокль, ну, потянул, и его начали кушать. Хорошо. В общем, ребята, вот такой глупый тест от Троллфейса. Мы прошли с вами где-то, не знаю, половинку, наверное. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите, хотите ли увидеть продолжение, и мы обязательно его запилим. Да, что-то хотел сказать еще. Да, у нас бывают прямые трансляции на Твиче, ссылка в описании под видео. В общем, не хворайте там, не болейте. Обязательно подписывайтесь на группу ВКонтакте, мне будет очень приятно, ну и все такое. Всем пока!